Добрый день, уважаемые зрители, подписчики, друзья. С вами Мороз Алексей. Я хочу вам, прежде чем вы увидите сейчас видео, немножко рассказать предыстории. Была первая серия. Я выступаю на объекте техническим надзором. Значит, меня наняли жильцы мансардного дома в Москве. То есть у них мансардный этаж, там несколько квартир. Кровля площадью 800 квадратных метров. И делает управляющая компания от префектуры, ну, типа ЖЭКа, значит. И зрители, то есть жильцы, когда заметили таджиков и узбеков вблизи дома, уже с досками, с металлом, они насторожились, соответственно, наняли меня, чтобы я выступил технадзором. Ну, первую часть, как бы, мои требования они выполнили по материалам, по утеплению, по гидроизоляции. И наступил момент, когда я уже 100 раз говорил уже, значит, про слои пароизоляции, гидроизоляции, там, продых и так далее. Но в этом видео вы увидите, когда я поднялся на крышу, буквально был несколько дней назад, объяснял, когда вскрыли они крышу, как надо делать, увидел, ну, я не знаю, как объяснить, контрабрешетка не сделана, сделано все тяп-ляп. То есть, так, знаете, по-жековски. Вот. Ну, я тоже... Я понял, сделал для себя вывод, что мои нервные клетки и деньги, которые, конечно, я зарабатываю там, они не стоят того, мое имя там фигурирует, то есть будет фигурировать. Тем более жильцы постоянно спрашивают, там, как дела с кровлей, там, все будет в порядке, надеются. Но я не могу контролировать строителей, у меня нет на них никакого нажима. Я просто максимум то, что я могу передавать информацию более активным, так сказать, группе жильцов, то есть, которые беспокоятся за свои жилища. Вот. Но идет постоянно. И в этой серии грубейшие ошибки по жестянке, то есть по фальцевой кровле. Там таджик мне клялся, божился, и представители москвичи там, этой фирмы говорили, что таджик чуть ли не от Бога. Ну, факт то, что я увидел в этой серии, знаете, ну, максимум ему надо подсобником где-то работать, еще в бригаде несколько лет, так он нахватался вершков, может ровные скаты делать, а остальное абсолютно. Поэтому, и я приехал, кстати, в этой серии показать мастер-класс, что такое яндовый надвойной замок, потому что он даже понятия об этом не имел. Увидел гвозди, забитые в яндовый, ужас. Ну, я сделал вывод, я поставил в известность жильцов, что, в принципе, я не могу, значит, больше участвовать в этом мероприятии, так как у меня тоже полно, значит, дел и так далее. Но я согласен работать с другой какой-то компанией, с какими-то адекватными людьми. Но просто расстраиваться, каждый день туда приезжать я не хочу. И вы можете увидеть в этом видео, значит, там подробности. Итак, пока. Добрый день, уважаемые подписчики, дорогие друзья. Меня зовут Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». Я снова на объекте, где выступаю техническим надзором. Хочу показать, заставляю разбирать крышу. Опять, вчера был здесь, объяснял, что нужна контрабрешетка для продыха. Ее здесь нет. Уже участок закрыт полностью. То же самое, аналогично. Я не знаю, что делать, как с этими ребятами дальше сотрудничать. Я, наверное, буду покидать этот объект, потому что, ну, так дело дальше не пойдет. И я не хочу, чтобы мое имя, как бы, участвовало, ну, как бы, на этом объекте, когда производятся такие работы. Вот. Потом просто я в шоке. Я поднялся вчера был здесь, объяснял, как надо делать, и опять мне бруска. Я говорю, вообще пятерку надо продых, брусок для продыха. Собирается рейку 2,5. Вот она. И таджик мне говорит, и так здесь много зазора, видишь, дышать. Я объясняю, но зазор должен быть на карнизе, за счет чего? Должна, ну, циркуляция воздуха, она должна засасываться с карниза и дышать на коньке, если этой щели нет. То есть
Это просто полный швах. Я приехал показать им мастер-класс, вот уложенный участок, Вась, покажи. Взял с собой инструменты, потому что ребята понятия не имеют, что такое устройство ендовое на двойной замок. Ну, я постараюсь сегодня показать. Они мне оставили вот участок, не соединенный ендовый еще. Это я покажу. Я им покажу и, наверное, буду отсюда уезжать, потому что объясню же сам, что я так, в такой атмосфере я не могу работать. Ну, это просто. Люди у меня постоянно спрашивают, там как дела на кровле. Но так работать мне просто никакие деньги не нужны. Я не хочу. Вот. Итак, дорогие друзья, хочу вам показать, прежде чем буду производить мастер-класс для таджиков, ендовая на двойной замок. Вот ендовая, опять же, это одинарный замок. Видите, она вот уже вылазит, промазана герметиком. То есть одинарный замок, вот, это мы имеем одинарный, то есть они собирались также делать одинарный. Видите, вот уже одна часть здесь вылазит. Вась, у него. То есть одинарный, это вот. Вот такой зацеп. Один замок, и герметиком они бы мазали. Двойной, сейчас я вам буду показывать. Вообще не предполагает герметик. Итак, дорогие друзья, прежде чем делать устройство двойного замка на ендовой сопряжение, надо вот эти замки завалить. Для этого есть инструмент оправка специально. И кияночкой мы завалим. Закир, смотри, я тебе показываю принцип. Запоминай. Далее. В дело вступают большие клещи. Выравниваем 90 градусов. Так. А это что такое? Меняйте ее нахер. Ты что, идиот? Скажи мне, ты что, идиот? Мы вот в замке вот так оставляем. Ты что, вообще идиот? Вась, иди сюда. Смотри, что он сделал. Гвозди набил. Ёкси-мокси. Ты понимаешь, что надо клеймер длинный просто... полоска длинная, и закрыть его сюда. И он потом, когда я заверну, он останется внутри. А это будет стоять. Ты понимаешь, в ендовую, в гвозди нельзя забивать. Вообще. Хоть так нельзя. Как по-таджикски нельзя. Я понял уже. Пиздец, блядь, я в шоке. Ты понимаешь, в ендовую, запомни, нельзя никогда гвозди забивать. Не, это все. Я отсюда, я сейчас доделаю, я вам покажу, как двойной замок делать. Я отсюда ухожу. Значит, смотри сюда. Устраивается таким образом.
Да. Вот я заворачиваю один замок. Достаточно. Вот я его довожу. Я не буду много делать, потому что ты будешь это переделывать. Я тебе просто покажу. Вот одинарный замок. А вот тебе двойной. Ты металл чуть побольше сделал, как я просил. Вот она, янтовая. На двойной замок. Тебе понятно? Вот. Вот так должно быть. А это все можешь снимать и выкидывать. Вот эту виндовую. Mm-hmm. Вот за те гвозди, которые ты забил. Mm-hmm. Алексей, это ты, да? Да, да. Николаевка. Так устраивается яндовая на двойной замок. Грубейшая ошибка, вот таджики забили гвозди. Вообще в таких элементах ответственность, как яндовая, гвозди противопоказаны. Я просто в шок. Я реально в шок. Должна стоять вот этот замок на двойной замок яндовый, вот этот узел должен стоять, то есть водичка отсюда оттекает и отсюда. Здесь в принципе никакой герметик не нужен, если выполнен таким образом, выполнена яндовая, это уже гарантирует. А то, что они опять хотели на одинарный посадить все листы, это не годится. Итак, дорогие друзья, с вами был Кровмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей. Оператор Василий. До новых встреч на ваших крышах. Пока.